All pigs must die от Dead in June. Меня пользователь под ником Forrow попросил объяснить ему гитарный бой к этой песне. Ну что ж, попытаюсь объяснить. Я не буду, сразу скажу, что я не буду говорить о том, что моя кисть ударяет по струнам вверх или вниз, и потом вверх или вниз, а потом она ускоряется, и получается гитарный бой. Я просто буду медленно наигрывать, а вы уже следите за кистью и тем, каким методом происходит удар по струнам. Все внимание на кисть. Я наигрываю максимально медленно, затем по чуть-чуть я буду ускоряться. Погнали! На этом все. Чем мог, тем помог.